Нефть продолжает дорожать. Утром в пятницу, корректируясь после недавнего обвала цен, несмотря на опубликованные в четверг данные об увеличении запасов нефти в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже к 8 утра по Москве выросла на 0,9% до $29.51 за баррель. В ходе утренних торгов котировки Brent поднимались до $29.75 за баррель. По данным Министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли более чем на 3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали более умеренного повышения – на 2 миллиона. Резервы бензина в США увеличились более чем на 4 миллиона баррелей, тогда как запасы дистиллятов сократились на 1 миллион. С начала года нефть подешевела уже на 20%.